Ведь 2017 год компания APL объявила годом Европы. И что же нас ждет еще? Компания APL, это, как я сказал, компания неординарная. Это действительно компания, которой сегодня стоит доверять. И если выбирать сегодня компанию, потому что каждый день приходят какие-то предложения, и достаточно набрать просто в поисковике сетевой маркетинг, выйдет миллионы предложений, и каждая компания бьет себя в грудь, что их компания самая лучшая. Но я хочу, чтобы вы, уважаемые партнеры, смогли научить своих новичков и своих потенциальных партнеров делать правильный выбор в пользу той или иной компании. Есть всего 5 основных критериев, на которые я бы хотел сделать небольшой акцент. Первое – это продукт компании. Очень важно, владеет ли компания собственной технологией или нет. Или просто эта компания перекупает у кого-то продукцию и перепродает через сетевой маркетинг. Очень много компаний поступают именно так. То есть нет своей технологии. Но даже если у компании есть своя технология, мало у какой компании есть собственный завод. А я хочу, чтобы вы еще раз просто взглянули на несколько фотографий, сделанных на нашем заводе. А в Ютубе есть целый сюжет о путешествии наших лидеров на открытие завода. Это просто новейшее оборудование высочайшего класса, которое выпускает самый безопасный и эффективный продукт. Нашу леденцовую карамель по технологии Accumulate SA. Потому что в составе есть такие ингредиенты и подготовлены определенным образом так, что они действуют практически моментально. И эффект происходит практически по щелчку. Поэтому за 5 лет у нас огромное количество результатов. И с этим не поспоришь. Как на недавнем вебинаре, опять-таки, выступали наши лидеры Нина Шишукова и Людмила Делягина и Евгений Новиков. Большое вам спасибо. Прослушал вебинар, был потрясающий. Мы вернемся. Вот вы видите фотографии, как делается наше дрожже. Поэтому очень важно, когда идет речь о выборе компании, обратить внимание, есть ли у компании свои мощности. Не будет ли компания зависеть от каких-то экономических всплесков и поднятия цен на заводе, который не является собственностью. У компании APL этот вопрос решен. Помимо этого, компания APL постоянно дает все новые и новые продукты. Вводим продукты на каждый день. Мы даем продукты, которые легко продавать. Мы даем продукты, которые вам нужны даже без маркетинг-плана. Все это выделяет компанию APL из тысяч других компаний. Обратите внимание также на маркетинг-план. И наш маркетинг-план доказал свою высокую эффективность. Мы выплачиваем все виды бонусов. У нас нет задержек по выплатам, и выплачиваем мы деньгами, а не продуктом. На прошлом вебинаре я показывал наши чеки. Также на канале YouTube. На нашем канале YouTube вы можете посмотреть ролик о чеках, которые получают наши лидеры. И это мощнейший инструмент. И выплачиваются просто колоссальные суммы для индустрии сетевого маркетинга. Вот, зайдите на наш сайт, можете, если не знакомы с маркетингом, посмотреть такой небольшой игровой видеоролик о маркетинг-плане. Более подробно его можно скачать в нашем бэк-офисе. Третье, на что я хочу, чтобы вы обратили внимание, это команда. Насколько руководство в этой компании здравомыслящее, а я бы еще добавил молодое и дерзкое. Вам всем повезло, в APL у вас есть чертовски обаятельный молодой президент. Человек, который держит руку на пульсе, человек, у которого масса энергии, и для вас это плюс, потому что моя работоспособность гораздо выше руководителей, которым сегодня далеко за много лет, которые еле-еле выходят на сцену, и лишь бы их инфаркт не шандарахнул. Поэтому и о каком бы продукте они с вами не говорили. У вас молодой, чертовски обаятельный президент. У вас команда профессионалов, руководителей, которые день и ночь думают о том, чтобы сделать для вас жизнь лучше. И самое главное отличие команды APL, то, что мы работаем в унисон с нашими лидерами. Во многих компаниях лидеров отделяют по отдельную критерию и выборе компании, что лидеры и руководство – два разных весла, которые должны работать вместе. Я с этим не согласен. Лидеры и руководство – это одно целое. Потому что именно мы вместе с вами ведем компанию APL к общему успеху. Это как педали на велосипеде. Они крутят один общий механизм. За счет этого происходит результат. Четвертое, что бы я выделил в APL – это система и даже системность поддержки компании APL. Ведь очень важно, насколько в компании созданы механизмы поддержки. В APL есть огромное количество ресурсов. Это наше собственное хранилище фотографий, где вы можете зайти, и те фотографии, которые вы сегодня видели на этом вебинаре, вы можете в хорошем качестве скачать совершенно бесплатно на сайте фото APL. У нас есть
сайт по созданию, инструмент по созданию одностраничников для ваших лендингов, для того, чтобы вы могли продавать себя как личность, и чтобы к вам хотели присоединяться тысячи и миллионы. В компании APL огромное количество полиграфии, огромное количество видеоконтента. Опять-таки, зайдите на канал YouTube, и увидите качество и количество профессиональных сделанных роликов для того, чтобы вам упростить работу. Конечно же, это наш отдел по работе с дистрибьюторами, который работает для того, чтобы вам всем было комфортно. Это наш бэк-офис, который онлайн считает в режиме реального времени все ваши комиссионные и ваши промоушены. Это наша складская программа. То есть все, что в компании APL создано, создано для величия. Создано для того, чтобы вы были профессионалами и просто супер профессионалами в этой индустрии. Поэтому также есть сайт, который это наш онлайн-университет, APL Office. О нем мы поговорим сегодня более подробно и детально, потому что это еще одно ноу-хау для обучения ваших новичков. То есть все, система обучения, система промоушен, система логистики, абсолютно все, что может понадобиться вам для успеха, в APL уже есть. Ну и, конечно же, пятое. Это наши мероприятия и наши путешествия. Это наш сильнейший конек, потому что мы любим путешествовать, мы любим отдыхать, мы любим наслаждаться, но самое главное, мы умеем отдыхать, потому что мы умеем работать. Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает. Поэтому зайдите опять-таки на наши ресурсы и посмотрите, сколько стран посетили наши лидеры. В некоторых странах наши партнеры побывали по несколько раз. Дважды побывали в Соединенных Штатах Америки, это и в Майами, и в Нью-Йорке. Дважды на Карибах, мы бывали на Багамских островах, мы бывали на Ямайке, мы были в Мексике, мы были на Гаити, мы были на нескольких греческих островах, мы были несколько раз в Италии, несколько раз в Испании, мы были в Хорватии, мы раза три или четыре были в Турции, в Израиле, в Арабских Эмиратах, и все это всего лишь за какие-то 4 года, как мы начали путешествовать. И, конечно, вот сейчас это была фраг. То есть компания проводит шикарные обучающие семинары в разных странах и городах. То есть путешествовать, наслаждаться жизнью и узнавать что-то новое – это к нам в APL. Вот они, 5 основных критериев и отличий APL от миллионов других предложений, которые сегодня заваливают вас на вашу почту. Нужно правильно уметь выбирать и анализировать. Компания умеет дарить радость людям. Какая она щедрая и невероятная.